Наталья, не вы кошелек потеряли? Где? Да! У меня нет жены. Высочайшее высочество, мы тут просмотрели первый акт, слышали, как вы соловьем разливались перед этой дурочкой. У вас такой голос, оказывается, как вы там? Прекрасная Турандот! Как-то так. Мачеха Доминго отдыхает, стоит в сторонке и плачет. А давайте мы устроим концерт. О, всю китайскую стену заклеим афишами и напишем: «Впервые в Китае с единственным концертом». Принц! Как представить? Принц! На такое название народ не соберешь. Ловко его прищучили, ваше высочество! Молодец! Кстати, Бригелла, будем знакомы. Ну, не важно. А скажите, как у вас на родине правильно надо говорить? А, ущучили или прищучили, а? Ну, как бы у вас ни говорили, у нас так нельзя. У нас за это штраф. Ну, понимаете, по вам сразу видно, что вы не наш, не местный. Понимаете, вот у нас же у всех, смотрите, глаза узкие такие, ну, как у меня после попойки. А у вас такие широкие, открытые, аристократические глаза. Ну, сразу видно, иностранец. Ну и все. Куда идти не знаете, законов наших не ведаете, и загребут ведь сразу. Но я могу помочь. Смотрите, мы сейчас с вами сыграем такую игру, ну, ролевые игры, знаете, что такое? Не знаете? Ха-ха, очень полезная в семейной жизни вещь, кстати. Ну вот, смотрите, значит, предположим, выходите вы у нас в Пекине на площади трех вокзалов, оглядываетесь по сторонам, ничего не понимаете, глазами так хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, и тут вам подскажу я. Начальник стражи Бригелла! Будьте добры, ваши документы, регистрация, имя, фамилия, с какой целью приехали? Старайтесь, начальник. Регистрация, имя, фамилия, с какой целью приехали? Ну, играем же, давайте. Понял, отвалил. Правильно вы, но правда вот с этим вы переборщили. Да. Знаете, Наталья, слежу за нравственностью, ночами не сплю. Знаете, хочется сказать спасибо. Спасибо вашим учителям, вашим родителям, вашим соратникам, особенно родителям. Хотя хотелось бы знать их имена, чтобы, знаете, не ошибиться. Как вас, товарищи? Не спрашивай, а то пошлют по матушке. Правильно. И правильно сделать, между прочим. Да, потому что будущий руководитель Китая должен разговаривать с народом на его языке. Вы умеете по-китайски? Ну, не важно, я тоже не умею. Итак, позвольте выслушать приказ императора. Ваше высочество, извольте удалиться в апартаменты! Бригелла, я поднять 2000 стражников! Раз, два! А остальные подтянутся. Да, и пускай еще примут упор лежа и отожмутся. Хорошо. Так, поднять танки, выкатить самолеты, если надо, знаете, из запасников тачанки достанем, да, и все для того, чтобы охранять покои ваши, как говорится, покои, и чтоб ни одна сволочь журналюга, ну и так далее, потешу. Между прочим, папаша поставил на вас, да, он так и сказал, если вдруг так, ну, невзначай, дочка узнает ваше имя, то все будет тип-топ, я надеюсь, переводить не нужно. Как им память продемонстрировать? Да, мы должны ему продемонстрировать, он же не может, да, он же не может отдать точку абы кому, понимаете? Поэтому вы должны ему продемонстрировать свою преданность. Да, мне, как его доверенному лицу, имя ваше, пожалуйста, на ушко. Отлично служишь ты своей принцессе.
пределов, башкот. Разрешите мне исполнить возложенную на меня обязанность и припроводить вас. Я что, арестован? Да нет, что вы, как можно? Принца? Нет, можно, конечно. Ручки поднимите, пожалуйста, для вашей безопасности. Но при определенных, так сказать, обстоятельствах, международной, так сказать, обстановке. Обстановка пока та еще. Так что пройдемте в отведенные вам апартаменты. Будет вам предложен горячий ужин. Так что летайте только самолетами нашей компании. Можно, кажется, я текст из другой пьесы говорю? Куда ведете вы меня? Куда? Прямо к светлому будущему, ваше высочество! Только я вас очень прошу, не надо этим. Шаг вправо, шаг влево, не надо. У нас за это в Китае, знаете, что? Да, измена родине! Ха-ха! Вперед! Ох, как я ошибалась! Ну почему не говорила с ним, когда он в мой дворец таскал тюки? Быть может, и судьба страны сложилась по-другому. Признайся я в любви! Простому парню! Душа моя болит, и сердце мне велит пуститься в путь. Не зря опять судьба нас вместе здесь свела, пора рискнуть. И знай, о, Брандот, смогу я сделать ход и не упасть. Принцесса, я сама. Хватит мне ума его красть. Снова Турандот наступит мой черед, и я смогу судьбу переломить. И больше никогда рабой не буду я. А если встречу смерть, что ж так и быть? Но все же верю я, что счастье ждет меня. Им не дано понять принцессы. Она не может быть побеждена. Она у нас одна такая на весь Китай. И вот какой-то проходимец хочет с ней поступать, как поступают с обычной бабой. Я видела сама толпу на рынке. Они смеялись над принцессой и говорили, что ее догадки для лузеров, для дурачков. Ты посмотри, в каком она отчаянии. Она принуждена наперекор влечению по такому, который ей сочинен выйти замуж. Ну, а потом ее, как самую простую, о, боги, хватит! Выйти замуж! Подумаешь, несчастье! Зелима, знай, что если имя принца не узнаю, в эту грудь я погружу кинжал! Нет! Нет, принцесса, надо все обдумать хорошенько.
Искусством или обманом мы своего добьемся. Принц сегодня сказал, что есть в Пекине человек, который знает, кто он. Надо город вверх дном поставить. Подкупить его, пытать, лишь бы дознаться. А в случае успеха, как вам скрыть, что вы таким путем узнали имя? И может быть доносчицей окажется Селима. Принцесса, не слушайте ее. Здесь была Скирина, матушка моя. Она пришла на радостях меня поздравить с тем, что все загадки решены и принц остался жив. Она сказала, он остановился у нее в корчме. И что глаза мой отчим с ним знаком. И кажется, давно. Я спросила, как имя принца. Но она не знает. Я ей скажу, что бедного Хасана хотят пытать. Мать умная, она найдет подходы, чтобы узнать, кто этот принц, когда родился и сколько лет ему. И был ли он женат, чтобы вашу честность. Мы так и сделаем, но нам нельзя лишь на одну Скирину полагаться. Тут следует прибегнуть к хитроумию. Чтобы мужчине я не досталась, я соглашусь на все. Как только представлю, что я жена и мужа, к тому же любить должна. Как тут же гнев всю душу мне переполняет, я готова отомстить сполна. За наши обиды, за реки слез, за наши мучения в крушении грез. И пусть сама всего я этого не знаю, но узнать и не желаю. Для себя навек закрыла я вопрос. Прошу вас, о боги, спасти меня от горькой неволи и от огня, в котором я горю, смотря как он любви признает за небо, как страдаю я. В него я влюбилась, о, как мне быть? О, дайте мне силы его отпить. У этой злой гордячки, о, любовь, приди на помощь мне, ведь я принцесса тоже, без него на свете мне не жить. Мужчины примитивны, я верю, он поймет. Мне все без исключения противны, что я ничуть не хуже Турангот. О, если принцессой была бы я, ему бы открыла объятия. А почему одни все в жизни достается, и таким, как я, нужны мужья? Мужчины все лживы, одни слова. Мужская природа уж такова. Они сердца у бедных женщин разбивают, свои же закаляют, для них важнее только голова. Мужчины примитивны, я верю, он поймет. Мне все без исключения противны, а вы ничуть не хуже Турандот. Ваше Высочество, осмелюсь заметить, уже 12 ночи. Вы изволили пройтись по палатке ровно 347 раз. И у меня, извините, но уже порядком голова закружилась. Легайте спать. Ну, было у вас такой ефрейтор в итальянской армии, так он вам крикнет: «Легать!» Так потом часа два уснуть не можешь, такой шум в ушах. Да. Ты прав, министр. Мой дух взволнован. Не спится мне. Ступай, оставь меня. Ваше Высочество, только я вас прошу, если в течение ночи у вас тут появится кто-нибудь... Привидение. Ну или... Up.
обворожительная фея. Сохраните бдительность. Какое привидение? Почему? Ну, нам под страхом смертной казни запрещено пускать сюда кого-нибудь в течение всей ночи. Я, конечно, понимаю, император, и стать, и борода, но и принцесса тоже может оборвать кое-что кое-кому. Жизнь, например. Флажков-то вон сколько. Да, мы люди маленькие, между молотом наковали, и никого обидеть не хочется. К тому же бедный, а платит мало, а кушать хочется. Так значит, жизнь моя не в безопасности под этой кровлей. Это я не говорил. Здесь вы находитесь под защитой закона, а закон здесь представляю я. Вот если бы не я, тогда всякое могло бы случиться. Ну поймите, каждому любопытно узнать, кто вы, откуда приехали, какие планы на будущее. Все-таки как-никак претендент на трон. Ну, лучше бдите. Иди, не бойся. Я тебя не выдам. Правда? Ваше сердце, честное слово! Ух, вот так и рисовал вас прямо в вашей мужчину! Ух, какой принц, а! Настоящий принц! Мужик! Вот все вы принцы, были бы такие! Такая мужчина в стране началась! О, да что там, страну бы они перевернули, перестроили и сделали бы самый лучший на свете! Вот так вот я вам скажу! И я, конечно, понимаю, может, среди вас есть люди, которые способны отказаться от предложенного им бабла. Я старался как мог, но не смог. Это как щекотка, знаете ли, кого берет, кого нет. Хоть краткий миг, мне нужно отдохнуть. Он поселил во мне сомнения. Зачем эта ночь, что тихая?
что, солдат? Чего ты хочешь? Да это же я, Скирина! Жена Хасана! Бедного Хасана! Я пробралась сюда, переодевшись китайским стражником, как те, что здесь вас стерегут. Я вам должна о многом рассказать. Да, я боюсь, мне страшно, плачу я. И злое горе отнимает сил. Что хочешь ты сказать? Мой бедный муж Казан бежал и скрылся. Ну, кто-то Турандот сказал, что муж мой раньше вас знавал. Она его велела привести в Сирай, чтоб он открыл прозвание ваше. Хоть жизнь его в опасности теперь, хотя ему теперь грозят мучения, но он сказал, что коли его найдут, то лучше он умрет, а вас не выдаст. Слуга мой верный, злая Турандот! Я больше вам скажу, ведь ваш отец ко мне приехал. Он теперь вдовец. Он вашей матушки лишился. Как? Что говоришь ты? Небо! И еще. Скажу вам вот что. Знает ваш отец, что ищут все Хасана, и что вы содержитесь под стражей. Он теперь боится, плачет. Даже он хотел явиться во дворец и там открыться. Хочу кричить я сыном умереть. Уж я устала даже, все стараюсь его сдержать. Он всем нелепым слухом про вас поверил. Я его теперь, пока одним сдержала обещанием, ему от вас записку принести, написанную вашей рукой и с вашей подписью. Уж вы в записке напишите, что живы вы, чтоб не тревожился за вас. Отец в Пекине, а мать моя скончалась. Чего я только здесь не претерпела, чтобы записку эту попросить и старика несчастного утешить. А ты не лжешь, Скирина? О, если я вам солгала, то пусть все вместе соберутся боги и спалят меня. Нежка, мать. Отец несчастный. Вы поторопитесь. На всякий случай я принесла перо, чернил, бумагу. Немножко, чуть-чуть эту бумагу, даже как-то положил на бумагу. Ой, бумага. Все приготовила. Пускай старик получит строчку с подписью, что сын в надежном месте. Как он будет счастлив. Да, передай скорее бумагу. А то бы сам не побежал он во дворец и бед там не наделал. Я должен подписаться. И почетче. Вот здесь, пожалуйста, где галочка. Ваш папаша почти что зрение потерял. Скирина! А? Беги скорее к отцу. Уже бегу, перо, бумагу. Скажи, чтобы успокоить сердце. А? Пусть делает, что хочет. А? Я согласен. Не хотите? Нет. Ведь строки довольно. Я не напишу. Не раньше утра мое узнают имя. Я дивлюсь, что ты, Скирина, ты, жена Хасана, меня пытаешься предать.
спрячут моего Хасана. Вашему отцу я это передам все. Нет, это даже не могу. А впрочем, мне стало вдруг казаться, что новый постоялец, он не отец вам. Да, какой-то самозванец. Да вас нисколько не похож. И с придурью. Беги, кричит, тащи бумагу. Я как дура побежала. Прощайте. Мы, женщины, хитрые, не просто это. Да, чуть не забыла. Так ваша матушка жива? Ой, какое счастье! Слуга был прав, когда предупреждал меня о привидениях. Отец мой умер и воскрес. А вот другое привидение. Посмотрим, что ему угодно. Принц, я к вам от Турандот. И рабыня, я принесла вам радостную весть. Принцесса любит вас, клянусь. А вы спровались на этом месте. Не надо. Я не узнаю, зачем пришла. Она кричит прилюдно, что ненавидит вас. Сама же телом и душой стремится к вам. Она милости вас просит, чтоб ей не опозориться в диване. Она при всех произнесет, как вас зовут. Затем в порыве благородном покинет трон и руку вам свою отдаст навеки. О, ну как вас звать? Вы сомневаетесь, что это правда? Отчасти сомневаюсь. И сомнение мое настолько сильно, что тебе я должен отказать. О, разве ты не знаешь, как дорого ты можешь заплатить, ответив так? Я знаю. Уходи. Ты прав. Я солгала. А правда, это я. Я солгала. Мне с тобой будет счастье. Ты никому не нужен. Ты принц, но это только звание и душа. Тебя никто не ценит в этом мире. Здесь только ложь, расчеты, поклонения, одно сплошное рабство. Я свободна, как и ты, душой. Принцесса не способна любить открыто просто. И если проиграет, не прости. Запомнит оскорбление своего сердца до дядечки. Я повторяю. Уходи. Дайте хоть миг покоя мне!
женщина опять. Чего ты хочешь? Имя? Да, женщина несчастная, но мне не нужно знать, как звать тебя. Ты хочешь знать, кто я? Скажи. Так вспомни. О небо! Ты Адельма! В твоем дворце я был слугой когда-то! Перед тобой дочь хорасанского царя Адельма, рожденная для царства, а сейчас несчастная, ничтожная служанка. Мой брат, как ты влюбился до безумия в надменную принцессу Турандот, а теперь на городских воротах ты можешь видеть голову его. Отец был возмущен концом ужасным сына. Он осадил Пекин, но был разбит и пал. Меня, жестокий Турандот, в рабы не отдали. Послушай, только что она, проклятая злодейка, приказала тебя убить. Велит меня убить? Да-да! Едва ты завтра выйдешь за порог, как 20 или более кинжалов тебя ударят! Я извещу охрану! Неужели ты надеешься на стражу? Ты что, не знаешь, где ты? Ты в Китае! Ты не знаешь, до каких пределов здесь дошли измены, хитрость и обман! Ой, я несчастный принц Колов! Так вот ты кто, ногайский принц Колов! Я подкупила стражу и тебя от смерти, а себя от рабства смогу спасти! Здесь люди есть готовые меня сопровождать, и лошади готовы! Бежим из этих ненавистных стен! Из благодарности ты можешь взять вот эту руку. День близок, принц, бежим! Адельма благородная, мне тяжко, но не могу я дать тебе свободу. Я не хозяин сердца своего. Я буду счастлив умереть, Адельма, по воле той, которую люблю. Все ж поверить не могу, что принцесса мне такую. Это резкая причина. Но тебя я не покину. Как же так, ведь я без страха сам готов зайти на плаву. Я спасся с головой. Свой поход простить не может, ее желание гложет, отпустить любовь ценой. Для тебя несчастный. Сознаюсь я в смятении, но смерти не боюсь, и с нею остаюсь. Ты царской крови, но и Адельма рождена принцессой. Тебя останусь здесь, но я рабой уже не буду. Прощай. Так значит, ты ногайский принц Калаф. Прощай.
тот самый день, который должен быть днем счастья, тебя велит увидеть твоя любимая. О, неужели та рабыня была права? А вот и солнце. Вот убийцы. Ну-с, ваше высочество, как говорится, либо пал, либо пропал. Подъем! Иди, кончай меня! Я жизни не ценю! А вы с ума зашли? Что выбили вчера крепко перед сном? Эх, и меня не позвал. У меня нет никакого другого приказа, кроме припроводить вас в здание Тивана. Ибо наш император уже проснулся и выпил свой утренний кофе и направляется туда же. Идем, и ты увидишь, как умеют умирать мужчины. Охолодись, сердешный. Вот бабы, а? И поспать ему не дали, и всю башку перебаламутили. Вперед! Мой милый сын, я вижу, ты взволнован. Ты не бойся. Сегодня кончатся твои невзгоды. Твоей женой станет Турандот. Она ко мне три раза посылала, прося меня освободить ее от обязательства в диван явиться и от союза брачного. Что верно, то верно, ваше величество. Я лично три раза бегал вчера. Не подумай, чего плохого. Так и не вышло. Принцесса, я имею в виду. Выбрал бы я ее с удовольствием. И я бы выбрал. Ничего, ничего. Мы-то еще погуляем на свадебке. Оттянемся, как это говорится, у нас в Китае по полной. Уж столько лет ни одного праздника. Да, вы бы лучше, ваше величество, какую-нибудь олимпиаду зимнюю на юг страны устроили для отвода глаз. Вот так, чисто поржать. Каждый. Вот смотрите, сколько принцев-то наехало неприкаянных. Откуда это берутся-то? Пекин ведь не резиновый. Принц, будь веселее. Простите, государь. Эй, слуги, торопитесь превратить зал заседаний в храм. Пускай она войдя увидит, как держу я слова. Сыграем свадьбу. Жертвенник готовьте. О, это мы видим, ваше императорское величество. Диван, храм. Храм, диван. Выкладывай нам задачу. Платье, поставьте. А лучше, хорошо, объясни. Дайте его объяснять. Главное, чтобы был священный трепет. Чтоб трепетали. Без трепета, ваше величество, ни свадьбы, ни государства не слепишь. Тем более, ребята. Канцлер. Да, идет. А что она как в воду опущена, а? Отставание в Китае с величеством штука грустная. Не захочешь, не вернешь. Ну да, не Европа. Да. Если должен просить прощения тот, кто полюбил.
Слов, и ей пора, давно пора склониться и смириться. Пусть музыка играет веселее, пусть брак священный будет заключен. Еще не время. Слушайте меня. Ногайский принц Кала. Ха, я знал, я знал, пробежишься. Звон из диванов. Ищи жену другую и узнай, как Тугандот умеет побеждать. Молитву я шлю, ей вы откройте, как страстно люблю. И тогда все преграды разрушатся вмиг и наполнится влагой засохший родник. О боги, к вам я мольбы свои шлю, душу прошу, заверите мою. Я устал, пусть придет ко мне вечный покой, счастья мне не дождаться при дочке такой. Судьбу переломи, как без него я буду жить. Но на кого оставит трон? Сердце мое отныне он. Жить без любви я не смогу. Сдаться вчерашнему врагу. Жизнь провезу в кромешной тьме. О небеса, что делать мне? О, неужели зло сильнее? Верю, что счастье ждет меня, сердце мое поломня. Вот и настал развязки час, что не сомнет и любит нас. О небеса, что делать мне? О небеса, что делать мне? О, если бы только все это случилось во сне. Знай, я побеждена!
экраном забытий. Ты сам себя назвал моей рабыне Адельне. От нее его узнала твоя любовь и благородство. Нашли дорогу к сердцу мне. Турандот, твоя супруга. Турандот, твоя супруга. Как легко, да? Как? Ты моя. О, радость! О, радость! Ночь, дорогая, я тебя прощаю. Все горести, что ты мне причинял. Ты искупила все своим порывом. Свадьба! 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 И живи с ней, ненавистной мне. А ты, принцесса, знай, что ненавижу тебя. Вот он, кинжал тобой отстраненный, чтобы меня пронзить! Адельма, остановись. Оставь меня, тиран! Пусти, неблагодарный, дай смерть! Клянусь богами, если бы я мог любить другую, то моей женой была бы ты. Ты, Альталу, и ты, моя супруга, молю вас, принцессе, возвратить ее свободу. Больны, но поступать должны всегда и всюду столько благородно. Подожди, дорогая, свободна. Для работы лежать уже не надо. Девушка, свободна. Спасибо. Ну, пожалуйста. Кстати, берегись. Спасибо. Теперь свободна. Одно слово упало. Я возвращаю Адельме отнятое мною царство прекрасный Хорасан. Я вас благодарю, о боги. Прошу простить мне жалобу мою. У меня к вам просьба. Не лишайте страданий, чтоб всегда я знал, кто я и чего я стою. И если жизнь заставит меня стонать тобой, жалобу мою. Дайте мне не забыть о всемогуществе руки дающей, о вашей боли. Впрочем, нет. Не надо. Я справлюсь сам. Все присутствующие тронут и не плачут. Я плачу. О небо, умоляю меня простить упорное мужчина на прощение. Прости все жестокости мои. Знаете вы, любезные мужчины, что всех вас ненавидят. Кроме одного. Загадки жизни, это нам.
безрассудная тайна. Не выдайте ее случайно. Пусть он смирен у ворот, ответов на вопросы ждет. Постарайся рассказать ему об этом.
поколений шалость детская в сравнении с воспитанием взрослой. Ушки! Ведь строптивая принцесса тормоз всякого прогресса, знаю, в прошлом те денечки. Замуж я ее пристроил, ох, теперь он запоет. А счастье и удачу, и замутненный сон, решенную задачу, и радостный народ. Прозрачную женою, принцессу дураком, и все наоборот. Yeah.
здравствуют наши дорогие зрители! Спасибо! Спасибо!